Ксения Собчак решила заработать на своих подписчиках. Ксения Собчак, словно герой сказки «Золотая антилопа», запускает один проект за другим ради заработка денег. Собчак продает рекламу на своем канале YouTube, ведет мероприятия, снимается в рекламе, на ее банковских счетах миллионы. Но она не останавливается. Сегодня Ксения объявила о запуске личного мерча, который получил название «Осторожно, Собчак». Блондинка презентовала комплекты одежды, на которых напечатаны фразы, которые, по словам Ксении, предложили они. Подписчики Ксюши. Неудивительно, что Собчак обращается к фолловерам, ведь именно на них возложена ответственность за повышение продаж. Так, в линейке есть футболки, штаны, худи, топы и трусики. Ксения говорит, что она сама проверила качество одежды. Не, ну а как? Только так. Наконец-таки у проекта «Осторожно, Собчак» появился свой мерч. Очень классного качества худи, майки и белье. Сама ручками все щупала и долго выбирала. Линия Eco-Friendly Sustainable. И да, ваши подписи я тоже взяла и учла. Победителя назову на страничке собакасобчак.store, завтра он получит худи в подарок. Подписывайся на собакасобчак.store. Выбирай, что нравится. Покупай. Разместила Собчак призыв к действию. А вы бы купили одежду от Ксении Анатольевны. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свои комментарии. И до новых встреч, дорогие друзья!